Со слэкленом я познакомился уже порядка 8 лет назад. Это было на фестивале троллей. Ну, изначально никто не понимал, что это, зачем это. Все думали о каких-то секретных формулах. Вот, оказалось все намного проще, но этот спорт дался мне не с первого раза, только после того, как я загорелся им и купил уже свою стропу и начал самостоятельные тренировки. Легенда гласит, что первые слэклайнеры ходили по цепям в парке, тешась в плохую погоду и развлекаясь тем самым. После они поняли, что для этого можно использовать альпинистское снаряжение, петли, стропы, какие-то веревки. Не секрет, что в слэклайн часто приходят люди из других видов спорта и дисциплин. Вот одним из таких видов спорта является скалолазание. Сейчас практически в каждом крупном городе есть свое сообщество. И придя на любую открытую тренировку, опытные люди вас научат. Тренироваться очень просто, нужно брать и ходить, и это лучшая тренировка, которую вы можете получить. Главное – желание и ваше стремление ходить и развиваться в слэклайне. В слэклайне я узнала случайно, увидев на улице натянутую стропу, и с тех пор меня не покидала идея попробовать. Мое первое впечатление было просто потрясением, которое, наверное, перевернуло всю мою жизнь. Я не думала, что просто попытка попробовать, научиться ходить по стропе, перерастет в такую большую любовь. Я узнала, что слэклайн может быть не только слэк над землей в парке, а это может быть линия над пропастью среди скал, когда ты идешь и видишь только потрясающий вид неба. Это другой мир. Проект в понятии хайлайна – это прежде всего мечта. Вы должны загореться какой-то идеей, увидеть какое-то место, которое поразит вас настолько, что вы захотите натянуть там свою линию. То есть это мечта, которая должна гореть внутри вас и двигать вас. То есть вы должны расти вместе с этой мечтой. Важно не бояться и прийти к нужному человеку, который вас сможет проконсультировать. Сейчас слэк набирает популярность, и я вижу на тренировках очень много представительниц прекрасного пола, которые с удовольствием ходят, и иногда даже успешнее парней, потому что слэк – это такой вид спорта, который не требует какой-то сложной силовой подготовки. Здесь скорее умение владеть своим телом, координация и концентрация внимания. Баланс очень важен в жизни, и слэклайн – это, наверное, лучший тренажер, который позволяет найти баланс внутри себя. Вот поэтому я рекомендую всем этим заниматься.